spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия приманок из линейки Vibration X от известной во всем мире японской компании Megabass. Это Dyna Response, состоящий на данный момент всего из трех моделей. И самое главное, они могут использоваться как при летней спиннинговой рыбалке, так и для блеснения со льда. Давайте поближе рассмотрим один из вариантов. Dyna Response относится к типу Vibration, а если быть более точным, то Metal Blade, или как у нас говорят, цикадам. В основе корпуса лежит пластина из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. Есть и объемное тельце с глазами. Это основной груз, придающий вес приманке. Кстати, в свободном положении они располагаются с небольшим наклоном вперед. И что сразу бросается в глаза, наличие в хвостовой части опушки из блестящего люрекса. Этот элемент стабилизирует цикаду при проводке и является дополнительным раздражителем для хищника. Вверху, почти посередине, есть место крепления. Причем, обратите внимание, здесь предусмотрено только одно сквозное отверстие, когда большинство подобных вибов имеют их по три штуки. В комплектацию входит металлический карабин, к которому напрямую привязывается леска. Однако при ловле щуки мы рекомендуем убирать штатную застежку и ставить надежный поводок. У меня в руках модификация длиной 58 мм и весом полунции, что приблизительно равно 14 граммов. Однако есть вариант с таким же размером и массой 10,5, а также младшая модель габаритами 49 мм, вес которой составляет примерно 7 граммов. Но все они быстро тонущие, и это необходимо учитывать при выборе места ловли. Компания Megabass предлагает для этой серии большое количество различных цветов, более десятка. Среди них рыболов сможет выбрать наиболее актуальный и уловистый. Есть светлые, темные, однотонные и разноцветные, натуральные и кислотники. Кстати, некоторые имеют голографические эффекты, которые создают множество бликов при проводке. Приманки оснащены парой тройников 10 или 12 размера. Это прочные, надежные и острые крючки. Они без проблем просекают пасть хищника, а небольшие бородки помогают удерживать его в процессе вываживания. Как и для большинства цикад, для Dyna Response подойдут равномерная проводка, stop and go, а также классическая ступенька и вертикальное блеснение. Игра достаточно агрессивная, высокочастотная, создающая максимальную вибрацию. Представленные вибы могут использоваться при ловле окуня, щуки, судака, а также некоторых пород лососевых рыб. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.